который мы запомним навсегда. Может быть, будет и еще что-то крутое, но на сегодня это, наверное, самое потрясающее впечатление всей жизни. Чемпионат мира по футболу завершен, но в нашей памяти он будет жить всегда. Ну а чемпион известен, это сборная Франции! Сейчас говоришь, что они говорят, это без спорта, но все равно у каждого болельщика свой чемпион. Вот только попробуй мне сказать, что Россия не чемпион. Чемпион России! Хорваты, второе место, первое в истории. Чемпионы! Чемпионы! Итак, про каждого. Кто-то впервые отобрался. Бельгия впервые в истории бронзовые медали. И они для своей страны тоже чемпионы. И ты знаешь, у меня сейчас в руке находится буквально 5 купонов из нашего спортбара, которые угадали вот такой вот дикий счет. 4-2. 4-2 для финального матча. Это очень здорово.